Действительно, по благословению святейшего патриарха Московского Серусия Кирилла, в нашу Вологду 13 и 14 числа определены для пребывания мощи святого великомученика Георгия. Прославился он, во-первых, своей стойкостью веры, несмотря на мучения. Он не отрекся от Бога и тем самым показал, ну, можно сказать, твердость в вере. Ну и является помощником во многих бедах и обстояниях. И поэтому его в этих бедах и обстояниях именуют еще и победоносцем. То есть содействовать тому, чтобы воины, которые живут христианской благочестивой жизнью, да и все те, кто полагает душу свою за отечество свое, были ограждены от зла и напасти.